отель, где пропали все посетители. Мы нашли примерно такой же. То есть это у них протекает в ведерочке. Находим его туда, а там народу никого. Жесть. Вот в таком классном гесте. Вот мы с ребятами. Тоже приехали ребята подписаться. Мы будем искать новое жилье, новый дом. Видите, как здесь красивенько. Ресепшн, водопадики. Здесь можно снять бунгало. Классно. Смотрите, как красиво, басечек. Там вниз вообще? Я говорю про то, что есть бабло и нет проблем. А у нас нет бабла. Но зато жизнь веселее. Вот такие домики здесь. Мы сейчас пытаемся найти себе аренду дома на месяц. Пока неудачно. Есть очень классные виллы. Опять еду. Вот так катаемся мы. Вот с ребятами ищем мы всю дом. Вот так начинается утро на Бали. Я Супермен! Обязательно это поймут. Мы ее проехали только что. Мы проехали Зеленовку. Наш друг. Эй, привет, друг. Ой, машет, машет вас дом. Вот такой мы сняли дом. Привет. Скажи всем привет, молодец. Вот такой мы сняли дом. 5 мультов мы за него заплатили. В нашем личном распоряжении тайцы, тайка. Мы можем с ними делать все, что угодно. Мы им сказали, давай что-нибудь сделать. Он сейчас музычку, та теперь танцы будут. Это моя комната. Да. А, вот. Скажи всем привет. Так, это еще одна комната. У нас 3 комнаты. Здесь ванная и туалет, но она как бы будет общая. Еще один туалет. И здесь кухонка. Даже есть стиралка. И вид из окна. Офигенный вид из окна. Главное представлять. Вообще, если в голове закрыть глаза и представить, вообще все офигенно. Всегда. И наша тайка. Покупаем, Женька, продукты. Покажи, что мы уже набрали. Мы уже набрали на Бали. Мы на 2 скутерах. Поехали собрать дрова. Так как мы сняли дом и хотим сегодня сделать куриный шашлык. Вот это... Леса Бали. И мы, как русские туристы, собираем в пакетики дровишки. Короче, ездим, ищем пляж в каких-то непонятных местах. Здесь за все берут, хотят деньги. Нас пару раз уже штрафовали, потому что я ездил без шлема. Сегодня мне дали шлем, это мой шлем. Чуваки работают. Мы искали выезд к морю. Нашли только платные, здесь за все берут деньги, сволочи. Всем надо бабла. Многим говоришь, это фри паркинг. Ну, да, фри паркинг. Он говорит, дай 1000. Много вопрошаек. Вот такие есть места на Бали. Море или океан. Мы опять куда-то идем, и потом опять подъем. Вот волны. Это Бали, детка. Здесь много обезьян. Вы их, конечно, еще не видите. Вот, нам надо идти. Люди уже отдыхают, потому что видно долго идти. Вот такой какой-то подъемчик. И нам надо идти вниз, детка. Вот мы идем, идем. А тут опачки и райский уголок. Ребята, это шик. Смотрите, как красиво. Бля. Вечер на Бали.
Такой диковатый пляж. Вот дорога, чтобы наверх.